значение имени Святослава. В значение буквы говорит о коммуникабельности, умении жить в гармонии с природой и людьми, но и о некоторой ленности. Звук А в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Негативные качества. Возможно проявление алчности и чрезмерной амбициозности. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Буква «О» в этом имени приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Буква «О» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.